Всем привет, друзья, с вами Ниламоп. Сьюзи! И Сьюзи! Привет! И Сьюзи, я хотел тебя давно уже спросить. Спрошу. Давай пойдем куда-нибудь более такое светлое место, я тебя хочу кое-что спросить. Вот ты по-любому обладаешь различными магическими способностями. Ну ты же ведьма все-таки, правда? Да, да. Вот. И я хотел тебя спросить, вот могла бы ты меня куда-нибудь забросить, возможно, в прошлое или в будущее как-нибудь? Как ты это смотришь? Запросто. Тебе под силу такое? Могу тебя в школу отправить. Угу. Ну и куда ты меня сегодня отправишь? В школу. В школу? Ну давай, я готов. Я присяду и приготовилась. Считай обратно. Что, обратный отсчет тебе говорить? А. 3, 2, 1. Ох! Ох! Что здесь произошло? Сьюзи, куда ты меня забросила? Ты в школе. Где я? Где какой-то... Это школа, да? Какие-то чувачки за мной бегут. Куда? Как-то они как-то бегут, это правда странно. Как ногами не передвигают совершенно. Опа, звоночек. Они все бегут за парты. Хорошо, они от меня хотя бы отстали, Сьюзи. Потому что это вообще как-то непорядочно. Чего они за мной бегают, пристали ко мне? О, какая-то дверь. Ого, мы летим где-то в воздухе? Опять звонок. Они совсем за мной бегут. Сьюзи, куда ты меня забросила? Они там. А что будет, если я упаду? Попробуй. Звоночек. Куда меня вносит? Куда? Меня? Прощай. Я куда-то улетел. Я упал с карты. Они за мной гоняются и постоянно меня ловят. Я не могу понять, что здесь происходит. Вот я вот тут бегаю. Какие-то столики, стулья. Хорошо, часы, звонок. Звонок. Вот на урок какой-то. Какие-то часы. И что-то хотели сказать. Это все какая-то подсказка, я так подозреваю. Если у вас, ребята, есть какая-то... Догадка, что же это за окна, что же это за здание, что это за люди, которые за мной бегают? Напишите в комментариях, потому что мне ничего не понятно. Правда, есть подозрение, что этот человечек, который эти все дети, которые за мной бегают, это как раз таки и есть... Это есть я этим героем играю, не раз уже видели его. Но почему он бегает, почему они убегают за парту? Звонок звенит, они все сразу начинают бежать за мной. Что-то все совсем непонятно для меня. Ловит, я появляюсь обратно. И такая маленькая мини-игра, намекающая на то, что я бегаю за каким-то человечком. Вполне вероятно, что они имели в виду разработчики, что я являюсь как раз соседом. И вот эти вот за мной бегает какой-то человечек... Его сосед за ним бегает. Или они вообще ничего не имели в виду. Они просто решили создать такую мини-игру, в которой буду я сам за собой бегать. Вот. В принципе, вот и все. Но единственное, что я хотел бы еще как-то вернуться обратно домой, ведь Сьюзи меня сюда отправила. Я хочу домой. Сьюзи, прием, верни меня домой. Знаю. Я могу наверх залезть? Ты был плохой. Не могу. Итак, как же мне все-таки вернуться обратно домой? Нужно проситься у Сьюзи, ведь она может меня только туда вернуть. Ой, посмотрите, что там какая-то есть дырка. Ну, есть один способ. Есть, в принципе. А нет, это не, это просто так сделано здание, думаю, там какая-то щель. В общем, Сьюзи, верни меня обратно домой. Что мне сделать, чтобы появиться домой? Скажи мне, пожалуйста. Залезь на стол. Ага, залезь на стол. Залезь на стол. Ты издеваешься, за какой стол? Говори правду, как мне домой вернуться? Прыгай! Ну, ага, просто спрыгнуй, да? И ты меня вернешь? Давай! Ура! Ну ладно, тогда я иду прыгать и надеюсь, что это правда. С разбегу, да? Хорошенько так. Ох! Уху! Давай! Я уже вижу, Сьюзи, я уже лечу. Ух! Ну вот, Сьюзи, я и вернулся. Как твои тут дела? Как ты, скучала без меня или нет? Очень скучала. Ну, понятно. Ну, я думаю, что наши зрители заценят наш видеоролик, поставят какой-нибудь лайк, если им понравилось.
На этом будем заканчиваться. С вами был ваш Ниломоб. А вы уже думаете, что это было будущее или прошлое? Пока-пока. Пока.